Всем привет! Сегодня я хотела бы показать вам, как я подготавливаю свою кожу перед нанесением макияжа. Для этого вначале мы должны помыть лицо. Потом я беру вот такое средство Avon True Natural Effect, очищающая пенка для умывания. Она наносится буквально за один раз, а мы наносим ее на лицо. И смываем. Так, затем нужно вытереть лицо. И нанести на лицо специальную сплэш-маску для лица. Наносится 5 капель. Тут есть специальный ограничитель, чтобы вы нанесли ровно 5 капель. Это корейская инновация. Теперь выводить. Нужно растереть, чтобы она стала слегка теплой. И затем нанести на лицо. Слегка такими похлопывающими движениями. Впитывается она очень быстро. Сейчас зимний период, февраль. У меня очень сухая кожа, и я люблю, когда на лице много увлажнения. Затем вы наносите обычный свой любимый дневной крем. У меня это крем серии NU «Заряд энергии день». Крем для лица. Очень такой густой, жирненький. Хорошо увлажняет кожу. Маска уже у нас впиталась. И кожа стала такой очень приятной на ощупь. Маска, значит, наносится аккуратненько под нижним веком, потому что при попадании в глаза может вызывать такое пощипывание. Хорошо. Даете несколько минут, чтобы крем впитался, особенно если это очень жирный крем. Я подожду пару минут и продолжу запись. После того, как крем впитался, я беру крем для лица совершенства мгновенное выравнивание от NU. Он наносится как раз после нанесения дневного крема. Я думаю, многие пользуются кремами совершенства. Они имеют такую структуру, как будто в их состав входит какая-то пудра, что ли. Наносите на лицо. Выравнивает все ваши крем совершенства, маскирует все изъяны на коже и суживает поры. Ну вот, в принципе, все. Теперь ваша кожа, ваше лицо готово к нанесению косметики. Всем пока, до скорых встреч!